С праздником защитника Отечества. Всех поздравляю, и близких, и родных, и друзей. Всех тех поздравляю, которые стараются, чтобы была жизнь и мир внутри и вокруг нас, и на всей планете. И стараются, чтобы войн не было, и не было кризисов. И во-вторых, хочу попросить вас, чтобы вы о прошлом вебинаре о омоложении, который мы провели, а я считаю, что он был блестящий, написали отзывы сюда, потому что вебинар же видели не все и участвовали не все. Людей на планете очень много, а там было всего несколько сотен. И поэтому, пожалуйста, напишите здесь отзывы, чтобы другие люди увидели, что мы занимаемся полезным, благородным делом. Да. И омолаживаемся, и используем свои инстинкты и выживание, и продолжение рода, и взрывы, так сказать, напряжений, страх и паники, как ресурсы для новых достижений, для того, чтобы мир был внутри нас, был мир и гармония. Ну, я, как ведущий школы «Человек будущего», Homo Futurus, конечно, уверен, что в будущем, я не определяю даты, но в будущем, конечно, и солдаты, и офицеры, и все мужчины, и все женщины, и все дети будут только заниматься расцветанием, процветанием, улучшением счастья людей на Земле. Ну, естественно, если это будет не так, то все наши усилия уходят даром. А мы же надеемся на будущее. И ради этого мы живем, любим, стараемся, работаем, творим. Да, и будем больше и больше развивать эту идею, которую каждый человек знает, но когда попадает в стресс, иногда забывает. И поэтому, пожалуйста, еще одно. Когда вы обретаете какой-то вебинар, приобретаете, у нас есть электронная почта. Все вопросы технического порядка по вебинару, получить вебинар, как получить вебинар, как оплатить вебинар и так далее, и так далее. Кто-то не получил вебинар. Писать на электронную почту, как мы всегда об этом говорим. Иначе получается недоразумение. Кто-то не заглянул себе в папку спам, пишет нам, а у нас начинаются вебинары, в это время звонки, а я не получил вебинар и так далее. Пожалуйста, пишите на электронную почту. И еще у нас происходят регулярно бесплатные ликбезы. Тоже по часу, по два часа, иногда и по три часа регулярно. И там мы на интереснейшие вопросы. Ликбез – это ликвидация безграмотности. На интереснейшие вопросы каждого отвечаем. Ну, по крайней мере, стараемся ответить, и для этого делаем ссылку на Zoom. Готовьте на Zoom, у нас скоро будет бесплатный ликбез, опять же, связанный со стрессом, как использовать стресс для того, чтобы сделать это стресс-трамплином для своих новых достижений, для здоровья, повышения иммунитета, для развития творческих качеств и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому объявление будет. Объявление будет за несколько дней. И готовьтесь к этому ликбезу, друзья. Будет очень полезно. Итак, с праздниками. Я уверен, что нас ждет лучшее будущее. Потому что мы обучаемся использовать энергию стресса для нашего развития. До встречи!